Всем привет, дорогие друзья, с вами Леон, и сегодня воскресенье, мы продолжаем играть в Skate. Skate 3. Самая прикольная, на мой взгляд, и относительно хардкорная игра. Вот так вот. Это было прикольно, да, как минимум. Ну что ж, дорогие друзья, тут у нас есть несколько выборов, куда можем пойти. Можем пойти, вот, допустим, слева какая-то там рампа, я не знаю, что это. Я потихоньку начинаю забывать управление от игры. Но я думаю, наверное, да. Тут, конечно, физика не ахти, как всегда. Но ничего, в принципе, не поменялось с нашим скейтом. Вот он, все, тот же любимый скейт. Так, куда-то мы вообще пришли не туда. С горочки. А теперь гринд. Ну, ё-моё. На жопе прокатилось. Да. Игра все-таки классная, но управление ужасное. Отчасти. Ну и правильно, игра-то уже старая. Очень старая. Ну вот так вот, что это было? Видели? Гетто написано. Ну, где-то в гетто. Ну, что-то не похоже на гетто. Похоже на доки больше. Хотя, может, гетто и в доках быть. Только вот зачем вот эти вот трубы, да, вот тут? Это, наверное, чтобы специально мы трюки делали. Оли. Так, ну что ж, давайте мы с вами сейчас выберем, куда нам телепортироваться. Так, выйти из редактора. Так, карта. А, фильм. Давайте на фильм. Чистый металл. Логин. Сразу туда телепортируемся. Да, карта большая. Не такая, как... GTA. Ну, все же большая для такой игры. Что нам делать, Олли? Что там? Прыгай на лист металла, сделаю ручной гринд. Ах ты, черт возьми, не удалось. Мы просрали. Блин, надо упасть. Да, чтобы начать заново. Я не понял, что тут надо сделать. Видимо, гринд. Или что? Сделай гринд на барьере, сделай ручной труп на гринде. Что-то ни хера у нас не получается. Прыгай на лист металла, сделай ручной гринд на металле. А, может быть, вот так? Вот. Это гринд на металле дальше. Сейчас, подождите. Я понял. Ну, гринд же был, нет? Не засчитывается. Ну ладно. Are you all right, bro? Keep it going, keep it going. Ну вот, гринд, это понятно. Гринд на барьере. Но это сложно будет гринд на барьере сделать. Черт. Мне кажется, у нас сейчас время кончится. Save for the Hall of Meat. Ох ты!
Это был прикольный трюк. Черт. Не тот трюк. Ну, надо ногой, вот так, как мы делали. Он так не делает почему-то уже. Это же вот так вот. Не там, может, кнопка? You're making it look easy, man. Вот, а тут теперь проще гринд. На металле-то. Вот, успех. У нас вот получилось все-таки. Сейчас посмотрим, как это было. И, друзья, мы прошли 7500 досок. Прошли очередное состязание. Ну как, не состязание, а это называется фильм. Можно сказать, чтобы доски наши покупались. Так, а теперь я думаю, надо нам посмотреть, что тут есть еще. Вау! Вот это прикольная штука. Эх, жалко, мы вылетели. Надо внутри. Внутри этой кататься. Сейчас мы назад. Все равно вылетает. Ладно. Настало время мяса. Человек за бортом. Посмотрим, что за трюк вообще. Что нужно будет делать. Итак. Уже интересно, да? А, вот оно чё. Ах! Ой, понятно. Это сложновато, слушайте. Надо нам... Ах, чёрт возьми, ноги. Наши ноги. Ох! Башкой ударились. Ну хоть трюк забацаем какой-нибудь. Не убились, так трюк. Надо нам, чтобы она упала. Да. Нифига. Сейчас, аккуратненько. Ах! Больно, да, или это? Бабах, ноль. Ах ты, черт возьми, это, наверное, очень больно. Сейчас. Башкой, блин. Тут жалко, нету никакого режима, который бы... Ну, то есть, замедление, что ли. Ух! Ах ты, черт.
Это вообще нереально, по-моему. Это вообще нереально, по-моему. Пу-пу-пум. Вот так, да. Ах! Черт. Бабах, ноги ломаем. Бах! Вы видели, это мы почти сделали. То, что от нас требуется, но это недостаточно. Надо просто там крышу сломать. Опять она ломает нам все. Ну. Блин, надо было в дырку, да, наверное, там упасть. Хардкор. Слушайте, у нас получилось. Это было круто. Вот этот полет. А до этого уже получилось, нет, вроде, ну, в предыдущий раз. Так же было. Зал славы. Так, ну давайте. Пока трюки, пока у нас есть возможность. Сальто хочу сделать. Сальто уже вряд ли сделаем. Хотя, последний раз. Нет. Еще. Ну вот так вот делаем с этим. Давайте еще зал мяса, понравился. Хотя, зал мяса, перекати поле. Мы какой-то перекати поле у нас не получилось. Одна из, по-моему, зала мяса. Сейчас посмотрим, может быть, это она и есть. 324 неудачных трюка у нас. Вау. Прикольно. Задето краев 2. 0 из 2. Доберитесь до спода. Ах ты. Я не понимаю, как тут надо действовать. А, ну вот два края задели. Но мы не долетим. Давай, дед. Черт, это не то. Там как-то два края надо задеть, еще добраться до туда. Вот это вообще нереально, по-моему. Ну. Блин, мы... Ну, прыгни. Пожалуйста, черт, она не прыгает. Пока. Ой. Ну, пожалуйста. Черт, ну были близко, да, ведь?
Ну. Во-во-во-во. Ай, черт. Ну, мы сделаем это, я думаю. Надо просто... Эх, надо как перекати поле. Калачиком. Еще раз не отталкивается. Вот. Ну. Собака. Вот. Ну. Прыгай. Сучка, да? Не прыгнула как нам надо. Ой, батарейка раз.